Вы знаете, это понравилось и мне, потому что я считаю, что это предмет заботы о той среде, в которой мы живем. Мы не можем мириться с тем, что кто-то сломал лавочку, сломал деревце, поставил свою машину на газон, бросил мусор какой-то и не убрал за собой. Это в конечном итоге касается всех нас. Поэтому я считаю, что коллега красноярец, который выставил в YouTube эту информацию, мне кажется, он заслуживает всяческой похвалы. Честно говоря, я хотел бы встретиться и пожать руку этому человеку. Это обещание с вашей стороны? Я же заявляю это публично, поэтому, конечно же, это очень и очень правильно.